В январские праздники произошло еще одно доброе событие. 90 лет исполнилось Тамаре Булкиной. Коренная люберчанка, родом из Коренева, после войны пришла трудиться швеей на Малаховскую фабрику и проработала там 39 лет. С круглой датой ее поздравил глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий. Передал Тамаре Сергеевне пожелания и подарки от имени президента России и губернатора Подмосковья. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы к вам пришли тут с вашим юбилеем поздравим. Спасибо. Как вы себя чувствуете? Лучше всех, кто хуже, да? В своем почтенном возрасте именинница поставила перед собой цель отметить вековой юбилей и вновь встретиться с главой округа. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.